розумова діяльність вашої дитини. А чи знаєте ви, що покращити роботу мозку набагато простіше, ніж ви собі це уявляли? Чому мозок потребує спеціального харчування? Про які продукти для покращення пам'яті ви навіть не здогадувалися? Та які засоби народної медицини допоможуть зміцнити імунітет школяра? Телефон нашей студии 490-1134. Звоните, не стесняйтесь, мы ждем ваши телефонные звонки. Вероника Дмитриевна, ну вот видите, у Бориса Глебовича своя точка зрения, она, откровенно скажу, расхожая с моей, и он говорит о том, что овощи должны быть обязательно термически обработаны. И вот такой вот салат, что называется, знаете, такой летний, весенний, осенний, не знаю, помидоры, огурцы, не совсем будет правильно его употреблять детям, тем более, если мы хотим, чтобы эти дети были отличниками. Если у ребенка реактивный панкреатит, стадия обострения, тогда да, убираются свежие салаты, свежие фрукты, потому что он действительно может обострять эти процессы. Если ребенок здоров, то питание должно быть разнообразным, не должно быть перекоса в одну или в другую сторону. Ребенок должен получать и белки, и жиры, и углеводы, и балластные вещества в виде клетчатки. Без этого не будет естественного формирования. В ягодах, в фруктах, в овощах содержатся витамины, содержится фолиевая кислота, все витамины группы С, которые формируют витамин С и витамины группы В, которые необходимы для того, чтобы те же белки усвоились. И без дополнительного употребления овощей и фруктов белок будет хуже усваиваться у ребенка. Проводились исследования, и как раз вот когда перекос идет в углеводную сторону, снижаются интеллектуальные способности ребенка. Если мы закармливаем ребенка манной кашей, макаронами, конфетами, то ребенок будет хуже учиться. И если недостаточно, ребенок получает овощей и фруктов. Также в исследовании было указано, что снижается интеллектуальная функция детей и взрослых в том числе, если человек недополучает витаминов со свежими овощами, свежими фруктами. Поэтому я считаю, обязательно, обязательно должен ребенок есть. И ягоды, и фрукты, и овощи. Бытует такое мнение, что термически обработанные овощи – это просто клетчатка. И никаких витаминов… Я говорю, бытует мнение. Да. Это просто клетчатка, и никакой пользы, условно говоря, она не несет. Ну вот поел там, и хорошо работает кишечник, регулярно стул. Так ли это? Это единственный плюс. Сырая растительная клетчатка действительно жестко раздражает всю пищеварительную систему, начиная от желудка, да, действительно ускоряет движение пищи и маскирует фактически запоры. То есть кишечник работает регулярно. Но если мы посмотрим, знаете, на отдельно взятую растительную клетку, то животная клетка, ее переварить легко. Там два слоя липидов, слой белков. Липиды растворяются желчью, белок растворяется, начиная в желудке, чуть-чуть лизоцим помогает, чуть-чуть. То, чего у нас нет, мы не можем дезинфицировать пищу и переваривать сырой белок лизоцимом. Нет у нас его. Поэтому мы единственные из всех животных на планете, всех живых существ, вынуждены недостаток лизоцима заменить термообработкой, чтобы белок, первая стадия расщепления белка произошла. Мы же говорим о витаминах, а не о белке, да, правильно? Да, совершенно верно. А дальше том, что получается? Если мы берем витамины, микроэлементы. Если мы берем животную клетку, то и белки, и жиры перевариваются легко. Пепсины с соляной кислотой в желудке, желчь и сок поджелудочный, практически клетка животная распалась. Растительная клетка, она немножко отличается. Сверху, снаружи, находится целлюлоза или клетчатка, по-другому бумага. То есть бумагу наша пищеварительная система не переваривает. Ее не переваривает даже пищеварительная система травоядных и жвачных. Так и не нужно, она не содержит ничего. Вот зачем мы обрабатываем? Подождите, а как добраться до витаминов, которые находятся внутри растительной клетки? У нас есть с вами поджелудочная железа, как у детей. Нет, клетчатка непереваренная, все. Мы не можем, мы нет, единственный способ. Когда измельчается в ротовой полости, же измельчается ягода, вы же не глотаете ее целиком. Есть желудок, есть соляная кислота, ягоды, есть достаточно активные. Пища же измельчается, из измельченной пищи мы получаем все необходимые витамины, микроэлементы, которые нужны. Совершенно согласен, ягоды это исключение, это мягкая пища, там буквально либо в полости рта, но лучше их во рту не держать, кстати. Потому что потом стоматолог скажет, кальций. Ребята, спасибо, да, кальций они выносят. Перистальтики кишечника достаточно, чтобы из ягод, чтобы из тех же помидор выжать все полезные вещества. Но если мы берем плотное яблочко, если мы берем морковочку, если мы берем свеклу, если мы берем капусту, то там клетчатка достаточно плотная, и для того, чтобы получить все полезные вещества изнутри клетки,
Мы должны вспомнить одно простое правило из восточной медицины. Твердую пищу нужно пить. И тогда мы берем сырую морковочку за завтраком и добросовестно жуем ее до обеда. За обедом берем еще сырой бурячок или капусточку, и до ужина мы заняты пережевыванием пищи, как это делают травоядные и жвачные в обычной жизни. Они интеллектуальным трудом не занимаются, у них социальная жизнь – это пережевывание пищи целый день. До кашицеобразного однородного состояния, с которого они могут получить полезные вещества. Нам для того, чтобы сэкономить время, чтобы у нас, чтобы прием пищи плавно не перетекал один в другой, все-таки пищу термообработка, пища легче распадается, клетчатка разрушена, и ее уже из разрушенных этих клеток, и желудок, и поджелудочные, и тонкие кишечники. Может быть, там уже и витаминов нету? Где найти вот эту золотую середину, Борис Леонидович? Понимаете, термообработка, термообработки рознь. Да, конечно, адекватная она должна быть. Понимаете? Если это зелень, достаточно реально листовую зелень обработать просто кипятком кратковременно, чтобы клетчатка разрушилась. Если морковка, то кратковременно мы ничего не добьемся. Мы должны ее хорошо проварить или стушить, или запечь. То есть тут разные есть варианты. Витамины. Из морковки мы возьмем бета-каротин, который меньше разлагается при температурной обработке. Ну, он расщепляется на две молекулы витамина. Да. Вот. Но он не так страдает от этой термообработки. А витамин С и полевая кислота. Единственный разрушается. И полевая кислота. Надеюсь, но когда у нас был Советский Союз, была статистика, 50% витамина С была из картофеля. Поэтому нам говорили, что картошку нужно закладывать в кипяток, чтобы минимальная была тепловая обработка. Нужно не большую картошку закладывать, а порезать ее на мелкие кусочки, чтобы она быстрее сварилась. У нас сейчас есть гораздо больший ассортимент. Мы Конечно. Себе можем позволить не у только картошку, правда? У нас есть балашки, у нас есть помидоры, у нас есть другие источники витамина С. У нас цитрусовые круглый год лежат. Давайте вернемся к отличникам. Нет дефицита витамина С. Давайте к отличникам вернемся. Ребенок идет в первый класс. До этого времени он всегда был под контролем.